18-й день рождения отметила 1 декабря партия «Единая Россия». Лидер камчатских единороссов Валерий Раенко завершил всероссийскую неделю приема граждан, а также в торжественной обстановке принял заявление от желающих вступить в партию и наградил активистов за их достижения и неравнодушную позицию. Я хотел бы прежде всего поздравить всех с днем рождения партии «Единая Россия». Вы знаете, все мероприятия, вот и неделя приема всероссийская, она посвящена этому дню рождения. Ну, а я хотел бы, вот мы сегодня решили здесь в общественной приемной нашим активистам партии вручить небольшие памятные сувениры, ну и сказать огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете повседневно для того, чтобы помогать людям. А призваны мы именно на то, чтобы оказывать содействие, рассказывать, разъяснять, чем можно помочь. Ну, то есть та работа, которая у каждого, помимо своей основной, вы выполняете вот такую серьезную общественную нагрузку. Поэтому огромное вам спасибо всем от всей души. Руководитель общественной приемной Дмитрия Медведева в регионе, краевой депутат Андрей Лиманов, подчеркнул, что основная задача приемной – помочь людям преодолеть бюрократизм и достучаться до ответственных чиновников в муниципалитетах. Самая главная наша задача – это внимание к людям, которые пришли написать обращение, заявление. И по возможности помочь и решить их проблему. Проводится просто беседа, потому что переписка – это наш бич. Люди просто, может, даже чиновник недопонял, что от него хотят. Но есть, конечно, факты, когда просто хамского отношения к нашим гражданам. Мы это будем пресекать. И будем наказывать таких чиновников. Валерий Раенко напомнил, что Всероссийская неделя приема – это акция, которая ежегодно проводится по всей стране в преддверии дня рождения Единой России. В эту неделю партия консолидирует все усилия, чтобы помочь как можно большему количеству людей.